Всем привет, с вами Slim Cybernake. Я немножечко не раздуплен и только что проснулся, вот поэтому голос немножечко, а возможно сильно сонный, тут уж не обессудьте. Ребят, сегодня мы продолжим выполнять личные боевые задачи на объект 260. На этот раз это будет взводная ЛБЗ на тяжелых танках ТТ номер 14. Называется она «Взять высоту». И так уж совпало, что мы с моим совзводным, которого зовут Игорь, на своих ИСах шестых попали на карту Малиновка и приняли решение прорашить горку, то есть действительно выполнить данную боевую задачу и взять высоту. Ну, а если быть более конкретным, то условия у нас таковы. Боевая задача залочена на фраге, и основное ее условие, играя лично или же во взводе, состоящего из вашего тяжелого танка и любой другой техники, надо сделать 8 фрагов. Дабы выполнить ее с отличием, мне необходимо лично обязательно выжить. То есть не самая сложная боевая задача на объект 260, честно я вам скажу. Я удивлен, что здесь нету привязки к урону, которая очень часто есть в ЛБЗ на объект 260 на тяжелых танках. Поэтому думаю, проблем с этой ЛБЗ у вас тоже не будет. Ее можно в принципе реально выполнить даже одному. Но я думаю, зачем усложнять себе жизнь? Я думаю, вряд ли кто-то из нас в каждом бою на тяжелом танке настреливает медаль Редли Волтерса, то есть те же 8 фрагов, а играя вдвоем или втроем, ну как бы это вполне реально очень быстро сделать, даже возможно, как у меня у вас это получится с первого раза. В целом хочу сказать, что ребятам очень сильно благодарен, вот играя в этом взводе. Очень хорошо мы так прошлись по моим взводным ЛБЗ на объект 260. Выполнил я 3 или 4 штуки. Вот, играли мы в основном на десятках, но третий наш отошел. Вот, и мы как бы с Игорем решили подфармить серебришко. Вот, потому что на десятках часто уходишь в минуса. Вот, и прокатиться на льготных ИСах шестых. Льготная техника, вот, то есть попадает она максимум к 9 уровням, соответственно, шанс попасть в топ еще больше, чем у нельготов. И как бы ИС 6, вы знаете, наверное, что очень хорошо себя чувствует вверху списка, поэтому мы, недолго думая, забили на первичный засвет сразу же. Принялись рашить горку с целью одной. Дело в том, что ИС-6, как и множество тяжей, имеют как бы проблемы с обзором, то есть достаточно слепой танк. Помимо этого, косой ствол с таким непосредственно, ну, отчасти слабым пробитием, то есть не всегда его хватает пробития ББшками. И то есть это как бы все намекает, что стрельба на дальних дистанциях — это не его. То есть нам надо было максимально быстро сблизиться с противником и вот в ближнем бою всех и вся расколупывать, используя свою броню, вот свой урон и так далее. Да, тут немножечко у нас все задержалось, вот раздамажили Игоря. Вот теперь приходится играть немножечко аккуратнее, потому что есть артиллерия, есть еще противники в засаде, которые с дальней дистанции лупят. Но тем не менее, все окей, и 8 фрагов, как бы вы видите, без проблем мы в этом бою сделали. Да, последнего я сделал на последних секундах. Да, там парень чуть не утонул, но тем не менее, боевая задача выполнена, и я уже, можно так сказать, подошел к финальной стадии ЛБЗ на объект 260. Осталось мне вот 16 или 15 штук, то есть там по 2, по 3, по 4 на каждом классе техники. Остался самый геморрой, об этом, наверное, мы поговорим в следующем видео. Я вот поделюсь, наверное, своими впечатлениями, насколько морально для меня тяжело осознавать то, что вот как бы я рядом, вот, но
сталкиваешься постоянно с какими-то проблемами, вот, которые не только от тебя зависят, то есть ВБР, баланс, отсутствие техники, вот, ну и все такое. То есть об этом, наверное, мы поговорим в следующем. На этом у меня все, друзья. Легкого вам выполнения личных боевых задач. До новых встреч. Всем пока.